Террористы из Хамас поблагодарили Путина за его заявление с поддержкой Палестины. А параллельно с тем, журналисты Wall Street Journal провели расследование и обнаружили, что Хамас и исламский джихад получали миллионы долларов от криптовалютной биржи Garantex, которая базируется в Москве. В Израиле ни расследование, ни заявление Путина официально пока не комментировали, хотя в социальных сетях израильтяне свои выводы уже сделали. Между тем, наземная операция Цахала все ближе и ближе. Мирным палестинцам рекомендуют переезжать на юг как можно скорее. На границе с Газой скапливается все больше тяжелой техники. Ситуация же в секторе очень сложная. Количество убитых и раненых установить невозможно. Некоторые телеграм-каналы распространяют информацию о том, что в местных моргах не осталось места. Тела складывают в грузовики с мороженым. Тем временем по всему миру не утихают протесты и митинги в поддержку Палестины. В Пакистане, например, один из протестующих съел флаг Израиля. На этом пока все, чтобы в будущем не пропустить самые актуальные новости из Украины, Израиля и всего мира, рекомендую вам подписаться на наш канал.